Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». В Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня четверг. Светлана Удельная заболела, не успев выйти из отпуска. Поэтому сегодня в компании с Александром Рассохиным снова я, Светлана Занько. Ну вот как-то все приболели, даже вот наши гости и звукорежиссеры, и сам-то я кое-как сегодня тоже встал. Мне надо было маску надеть, я чувствую, да? Да. Почему вы меня не предупреждаете об этом? Ну, желаем Светлане Удельной скорейшего выздоровления, потому что то у нее отпуск, то болезнь. Давно она не была в эфире у нас уже. Ну, сегодня 6 августа, и у меня небольшой экскурс в историю. Давай, ты уж раз обозначил нашу гостью, давай ее представим все-таки. Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова, сейчас у нас находится в гостях. Здравствуйте, Светлана Витальевна. Добрый день. Значит, прежде чем Саша рубрику свою сейчас проведет, мы обозначим, в связи с чем пришла Светлана Витальевна. Мы будем обсуждать вопрос в первом часе, чем и как будут кормить кировских школьников в наступающем учебном году. Вот так сейчас повесим такую интригу в воздухе. Саша, пожалуйста. Ну, вопрос продуктов я также затрону в небольшом экскурсе в историю. Ну, во-первых, сегодня годовщина бомбардировки Хиросимы. Да. Вот. А также год назад, вот как раз-таки, было введено продовольственное эмбарго. А сегодня вступил в силу закон об уничтожении санкционных продуктов. И в связи с этим уже вот московский комсомолец составил подборку самых знатных шуток в интернете, в Твиттере. Например, евро 70 рублей, доллар 60, пармезан зажигай скорее, отвлекай ребят. Вот о продуктах мы сегодня также будем говорить в первом часе, но... Не о пармезанах. Да. Да. А во втором часе к нам придет Тахир Мамедов, представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации, и Антон Касанов, историк, краевед, автор проекта «Пешком по Вятке». Будем мы говорить о ситуации с застройкой исторического центра Кирова и то, что этой проблемой, этим вопросом заинтересовалась Общественная палата региона. Ну и также викторина «История создания» нас ждет. Да, после 12:30. Да, все верно. Итак, почему мы сегодня взяли тему, чем и как будут кормить кировских школьников в наступающем учебном году? Потому что не далее, чем в понедельник, в нашем эфире, в «Дневном развороте», был руководитель УФАС Кировской области Артем Молчанов. И он тогда озвучил, что еду для школьников теперь будут покупать на аукционах. Почему нас это заразило? Потому что, ну, нам показалось, что времени осталось совсем немного, до 1 сентября, да, практически там месяц. И поэтому мы, конечно же, сразу связались с городом, с городской администрацией, для того, чтобы понять, все ли успеют сделать, все ли школьные столовые заработают, в какие сроки можно уложить эти аукционы. Ну, потому что уж очень маленький срок, один месяц. Я, как мама ребенка, школьника, не могла просто пройти мимо, потому что вот меня сейчас, я озадачена, что там будет, как там будет. Потому что, ну, такие решения, как мне кажется, вот как-то надо принимать задолго, заранее, да, там, вводить изменения, менять. Мы сейчас понимаем, что изменилась форма учреждения, которая сейчас будет обеспечивать школьников питание. Очень короткий срок. Я представляю, что себе, что задача поставлена очень сложная, и наверняка все родители, которые прочитали эти новости, они тоже озабочены, как это все будет, все ли школы будут готовы, или надо 1 сентября готовить уже термос такой, да, и ребенку давать еду с собой. Что происходит, Светлана Витальевна, расскажите нам. Ну, в первую очередь, конечно, родители не должны беспокоиться. Система как работала с точки зрения питания детей, так она и будет продолжать работать. Не надо забывать, что кроме 63 школ, например, детские сады, которых больше 140 у нас, они по-прежнему работают, дети питаются, хотя идет вот эта смена типа учреждения. Тоже касается, и детских садиков тоже без сомнения, да. То есть 1 июля вышло распоряжение о том, что наш комбинат из автономного переходит в казенное учреждение. Это дает необходимость комбинату все свои действия торговать на 44-м законе, то есть на закупках. Соответственно, мы в этот период работаем с документами, работаем с
потребителями наших услуг. И, в принципе, из-за смены, которая должна произойти, никаких сбоев не должно быть, потому что в еженедельном режиме мы отслеживаем. Только что прошло совещание при главе администрации. В понедельник у нас заседание наблюдательного совета. В ближайший понедельник. Да, в ближайший понедельник. На сентябрь месяц закупки уже совершены, и поэтому дети будут питаться, как они питались раньше. Так, теперь давайте разберемся в ситуации, которая возникла. Да, можно я тут дополню? Это очень важно. На понимание наших слушателей тоже. Например, дети из малообеспеченных семей, там дети-сироты, они всегда питались по закупкам. То есть, да, это была процедура, которая всегда была заявлена, и она работала. Дети, которые выбирали блюдо за родительские деньги, да, там одно, второе или третье блюдо, эти продукты закупались на основе выбора котировочной комиссии, то есть тоже не просто кто пришел там, да, и эти продукты взяли. Работала котировочная комиссия, создана при комбинате питания. При комбинате питания она работала. Естественно, качество отслеживалось. У нас есть входной контроль, это Роспотребнадзор отслеживает, и выходной контроль. То есть продукты, основные группы, это мясо, молоко, там, курица, эти все продукты всегда, ежедневный контроль этот осуществляется. На основе цены и качества выбирались вот эти партнеры, с которыми работали. Вот для примера я хотела бы привести все-таки, с кем работает комбинат питания в рамках МАУ. В основном это, конечно, наши кировские поставщики. Мы все знаем, знают все наши гости нашего города, которые приезжают, о том, что все-таки и молочка, и мясо в Кировской области до сих пор очень высокого качества по сравнению с другими регионами. Булочно-кондитерский комбинат, Киров-хлеб, Вятский хлеб, Кировская молочная компания, Кировский молочный комбинат, Кировский мясокомбинат, Слободской мясокомбинат, консервный завод Красногорский, Суна, птицефабрика Фаленская, Зуевская, Принта, Ягодная, Рыба, Киров, Рыба, Пингвин. Ну, то есть вот все те предприятия, которые всем нам, как потребителям, хорошо знакомы, все эти предприятия и обслуживают, поскольку объем большой услуг, все эти предприятия обслуживают наши школьные столовые и детские сады. Я уточняю тогда, Светлана Витальевна, МАУ до сих пор существует, да? Новая форма предприятия, муниципальное казенное учреждение, начнет работать только с 1 сентября. Да. Значит, МАУ закупает до сих пор и закупала продукты только у кировских поставщиков. Правильно я понимаю? В основном у кировских поставщиков. В основном поставщиков. Или только? В основном у кировских поставщиков. Ну вот я вижу по вашему списку из 17 поставщиков, ну правда, это 17 основные. 17 основных кировские поставщики. Кировским могут поставщикам... быть, например, какие-нибудь конфеты или фрукты не кировские. Да. Это основные продукты, о которых мы говорим. Да, кировским поставщикам отдавалось предпочтение. Значит, как сейчас будет с введением новой формы управления, не автономной уже, а казенной формы управления, каким образом будут осуществляться закупки? То есть раньше котировочная комиссия, которая выбирала поставщиков, работала при самом автономном учреждении. Ну, да. Практически те же люди были, которые в нем и работают, да? Да. В автономном учреждении. Теперь будет создано муниципальное казенное учреждение по требованию УФАС, да? Я так понимаю, суды прошли по требованию УФАС. И в чем будет разница в закупках? Мы на самом деле очень много консультировались с УФАС, каким образом положение, которое на сегодняшний день исправить с точки зрения антимонопольного законодательства. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, да, хорошее предприятие, надежные, хорошие, качественные продукты. С другой стороны, дать возможность и иным поставщикам участвовать в наших процедурах. Как будет сейчас? Сейчас казенное учреждение будет работать непосредственно по смете расходов, которая необходима для того, чтобы накормить всех детей. Торги будут проводиться через наши муниципальные торги, закупки. Электронные. Да, да, конечно. И будут выбираться поставщики, но, как мы понимаем, это по самой низкой цене. Да. По самой низкой цене. Это не значит уже, что это будут кировские производители, это любые другие сторонние тоже производители, которые предоставят минимальную цену. Да, возможно.
Как-то это скажется непосредственно на работе столовых и на том питании, которое будет в школах? Можем теперь ли мы прогнозировать? Мы можем с вами только сейчас порассуждать об этом все вместе, потому что без сомнения, когда мы понимаем, что если чем ниже цена, то есть почему-то поставщик отдает по этой цене. Поэтому мы будем надеяться, что при низкой цене мы сохраним качество, и в первые месяцы экспертизы и сотрудничество наше с Роспотребнадзором будет не просто ежедневное, может быть, два раза в день для того, чтобы качественные товары поступали нашим детям для питания. И, ну... Но сейчас прогнозировать мы не можем. Как это скажется? Как это будет, да, мы посмотрим в ближайшие месяцы. А мы обращаемся к нашим слушателям. Чем кормят детей в школе во время занятий? Расскажите, пожалуйста, в вашей школе полноценный обед, это значит первое, второе, третье, плотный завтрак или снеки, булочки, сок и остальное. И как вы к этому относитесь? Вот сейчас на сайте echokirova.ru 100% отвечает, что полноценный... А, нет, чем кормить, извините, наш редактор, я вот по-другому переначала сейчас заново. Чем кормить детей в школе? Как бы вы хотели, чтобы ваших детей кормили в школе? Полноценным обедом, на сайте Хакирова сейчас 100% говорят полноценным, достаточно плотного завтрака, снеки, булочки, сок, остальное дома. А что у нас в ВКонтакте, Саша? ВКонтакте 73% проголосовали за первый вариант ответа «полноценный обед», и достаточно плотного завтрака считают около 27%. Вот я расскажу вам, я очень хочу, чтобы слушатели, вы, особенно родители школьников, поучаствовали в нашем разговоре, значит, о своем опыте. Опыт разный у детей, особенно в начале школе, еще такая пищеварительная система неустойчивая. У всех по-разному они реагируют и на время кормления, и на блюда, которые предоставляются в школе. Кто-то, я знаю, там процентов, может быть, 10-15 из нашего класса носит еду с собой. Это вот как раз какие-то снеки, бутерброды, напитки и так далее, и едят дома. Но потому что в начальной школе, в общем, не так много еще занятий. Мы понимаем, что чем старше, тем больше нагрузка, тем длиннее занятие. У меня был разный опыт. Я пыталась и так, и сяк это делать, потому что как раз дочь моя, она страдала всякими жалобами на живот, но это может быть разного, да, происхождения, боль там, да, какая-то. Меня не устроила совершенно идея со снеками и брать с собой что-то. Ты не успеешь собрать, ты не знаешь, съест она или не съест. В общем, она все, что я ей давала, приносила с собой. И мне, конечно, как родителю спокойней, если я знаю, что там есть суп в обязательном порядке, горячее, уж сколько она его не съест, компот, и, думаю, хлеб, булочка, что-то такое. А дети, конечно, сейчас привередливые, кормят их дома по-разному, но обычно, когда такое коллективное кормление, они хоть что-то съедают. Другое дело, что съедают. Что конкретно в столовой дают, я ни разу не пробовала. То, что доносится от ребенка моего, бывает разное, но это также зависит от настроения. Там, захотела, не захотела. Вот расскажите нам ваши истории, пожалуйста, слушатели. 708-502. 708-502. Вы когда-нибудь инспектировали столовую своей школы? Вы знаете, чем кормят ваших детей? Вас вообще интересует, кто будет поставщиком с 1 сентября продуктов? Кировские предприятия, не кировские предприятия? У нас как-то был здесь разговор, по-моему, даже когда мы обсуждали фальсификат масла, там, да, по-моему, с Сураевым обсуждали, здесь был разворот на бизнес, он как раз затрагивал эту тему, что вот когда как-то бы так наладить систему, чтобы приоритет отдавался кировским предприятиям, потому что, по крайней мере, они близко. Ты их можешь проверить. Мы всех знаем, можем быстро призвать к ответу, контроль качества на месте. В общем, все знакомы, все знают, кто что продает, кто чем бодяжит, если не дай бог. Да? То есть вот он такую мысль высказывал, которая, в общем, наверное, понятна каждому, доступна действительно. То есть наши предприятия мы знаем уже хотя бы потому, что сами покупаем их продукцию в магазине. И напоминаю, что система аукционов, она как раз рассчитана на то, что выбирается предприятие, предоставляющее продукт по самой низкой цене. По самой низкой цене. И с этими аукционами в разных отраслях деятельности нашей мы все время с проблемой сталкиваемся. Кто предоставляет эту низкую цену? Производитель или посредник? Потому что там же ведь нет, правильно я понимаю, Светлана Витальевна, там же ведь нет какой-то установки от посредника покупать или от производителя, правда же? Это, конечно, может быть, нет, посредник. Да. Откуда он привез? Сколько, какие документы он представил? Мы имеем документы, там печати все стоят.
разобраться в них мы сможем только потом. Очень часто скрываются такие вещи. Поэтому вот сейчас Светлана Витальевна ключевую вещь сказала. С 1 сентября, когда вот уже по аукционам начнут поставляться продукты, там проводиться, или они с октября где-то начнут, раз на сентябрь все закуплено. Да, октябрь месяц. Октябрь. С октября ежедневно, чуть ли не по два раза в день, если позволит там возможность, но ежедневно, будут производиться проверки, и все будет отслеживаться. У меня-то вот предложение родительское. Привлекайте родителей. Пусть они отслеживают тоже эту ситуацию. Потому что, друзья мои, я понимаю законодательство. Сейчас я спич такой длинный произнесу. Я понимаю, что, конечно, УФАС действует в рамках закона с добрыми намерениями, потому что должна быть конкуренция. Но, с другой стороны, еще раз, система аукционов не блестящая система, не самая лучшая система. Куча завалов по ней. По тем обстоятельствам, которые мы уже обозначили. Поэтому, вот, может быть, те самые родительские комитеты и советы школ, которые существуют сейчас в каждой школе, там попечительские советы, там, группу активную собрать, которая будет контролировать результат введения новой системы. То есть подключить родителей. Может быть. Я понимаю, что это сложно, но, может быть, это реально, как вы считаете? Это абсолютно реально. Более того, Светлана, мы в прошлом году это уже делали. Да. Все слышали, например, про народный контроль, когда захотят, там, да, представители общественности заходили, смотрели школьные столовые, какие-то предложения формулировали, и родители, без сомнения, имеют полное право посмотреть, за что они платят свои деньги, когда ребенок кушает. Именно поэтому мы на родительских собраниях, которые будут в сентябре месяце, эту тему будем обговаривать отдельно. Будем предлагать родителям участвовать в этом процессе. Мы понимаем, зная хорошо вот работу школы, я хорошо отдаю себе отчет, кому-то будет это безразлично. У нас, к сожалению, есть достаточное количество родителей, которые все равно, но есть люди, которые очень активно этим заинтересуются. Mm-hmm. Мы их к себе в союзники зовем и хотим, чтобы они в первую очередь, это дети, которые, ну вот это твой ребенок конкретно, mm-hmm. или твоего там сосед по парте, и они именно смотрели, каким образом вот налажен этот процесс по питанию. Это первое. Ну и второе, вот вы говорили тоже очень важную вещь, связанную с тем, что там читатели, слушатели считают, что должно быть полноценное питание. Значит, у нас МАУ «Комбинат питания» предлагает услуги только по, ну, вернее, в основном по комплексному питанию. Как раз то, что и нужно родителям. Но выбор делает сам ребенок. Именно поэтому в течение 2 лет дети у нас питались, знаете так, перемена, идет класс, угу. садится и кушает 1, 2, 3, с 1 по 4 класс. Мы уже в том и позатом году убеждали родителей об этом полноценном питании, и дети до 6, до 7 класса сейчас питаются тоже так же, то есть и 1, и 2, и булочка с компотом, как положено. Поэтому родители сейчас видят, что на самом деле лучше взять комплексный обед, и ребенок его скушает, чем есть там булочки, снеки какие-то, да, бутерброды. Да, у нас есть телефонный звонок, 708-502, прямой эфир. Мы хотим, чтобы вы поделились своими историями, впечатлениями и пожеланиями по поводу школьного питания. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Владимир. Владимир, вот. У вас есть дети школьного возраста? Школьного нет, уже взрослая uh-huh. дочь, которая вот со времен садика, школы, после приготовления самых дешевых продуктов, я так думаю, что их тоже раньше закупали недорогими и дешевыми, uh-huh. она сейчас некоторые продукты на дух не переносит после того, как она ела их в садике, в школе. Uh-huh. Вот рыбу, допустим, до сих пор она не может есть, вот как, ну, одним словом, не может она ее есть, потому что ее как-то раз накормили в садике таким невкусным продуктом. Что... Правильно я вас понимаю, Владимир, что вам не нравится практика закупки самых дешевых продуктов. Вы подозреваете, конечно, что это может конечно. Допустим, плохо сказаться. Перейдем на любой другой пример. Дороги делают заплатки, да? Они разваливаются через время. Это дешево, но это все это разваливается. И точно самое будет с этими продуктами. Кроме того, повара, я не знаю, как они будут выходить из ситуации и готовить из этих дешевых продуктов. Я думаю, что там картошка будет полугнилая,
там еще что-нибудь будет. Надо еще спрашивать тех поваров, которые будут готовить. А кроме этого, там, я думаю, что и повара сами по себе не высшей квалификации работать будут. Поэтому вот, вот это все кормление, как говорится, дом строится с фундамента, и детей нужно закладывать питание изначально очень хорошее, чтобы мы вырастили достойное нам. И здоровое поколение. Да, Владимир, спасибо большое за комментарий. 708-502, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, участвуйте в нашем обсуждении. Чем кормить детей в школе во время занятий? Не забывайте, что у нас есть опрос на сайте echokirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. И вот обсуждаем ситуацию, что с момента введения аукционной стратегии такой закупки продукции, когда будет выигрывать тот поставщик, который предоставит самую дешевую цену, не настораживает ли вас эта ситуация? Может быть, вы готовы поучаствовать как раз в родительских там, каких-то да, группах активистов, которые будут контролировать питание? Потому что я так поняла, что и администрация города, она тоже настороже. Мы очень озабочены сейчас этой ситуацией. Но, конечно, будем считать, что выйдем из ситуации за счет жесткого контроля самого качества продуктов. Вот, Светлана Витальевна, вот такой вопрос. Вы сказали, что все время родители агитировали за то, что все-таки бы они выбирали полноценные обеды для своих детей. Я не очень хорошо себе представляю. То есть вот я прихожу в школу, мне говорят, обеды будут стоить столько-то. Да? Я, правда, не каждый раз, я даже не знаю, чем кормят на самом деле. Первое или второе, или третье, или только это второе и какой-то там десерт с компотом. Вот как раз-таки в связи с этим поддержу вопрос. В начале года прокуратура также заинтересовалась этим вопросом. Все-таки полноценный обед – это что? Это первое, второе, третье? Либо по каким-то иным там, условиям, характеристикам это характеризуется? Что такое полноценный? А прокуратура с какой стороны заинтересовалась этим вопросом? В некоторых школах отсутствовали первые горячие блюда. Ага, вот это вот. Предъявила прокуратура администрации? Да, касалось здесь речь школ номер 37, 51 и 19, в частности. Что это была за ситуация? Значит, в наших нормативных актах написано дословно, что мы можем детей кормить первым или вторым блюдом, если по калорийности это на сегодняшний день равноценно. Если ты даешь ребенку, ну вот он третий класс, да, картошку с мясом, да, такую, то, возможно, суп дополнительный еще не надо, ему можно и не кушать. Поэтому мы более того, как бы, поскольку администрация города взяла добровольно на себя эти обязательства, обязанности это делать у нас нет. То есть устанавливать это... меню первое, второе, третье блюдо нет. Обязанности кормить вот в том масштабе, о котором идет речь. Это было дополнительное наше обязательство. Мы его сохраняем на сегодняшний день. Это про отдельные категории детей. И, а что значит про отдельные категории детей? Это значит дети из малообеспеченных семей. То есть вот смотрите, например, стоит там обед 103 рубля условно, да? И в этот суп, второе, булочка, компот и так далее. Но если мы сделали, ну как я вот уже привела пример, такой жидкий суп второе в виде картошки с мясом, да? И по стоимости это то же самое, и по калорийности, то есть там же несколько критериев оценки, да? Не только цена, да? Цена, калорийность. Калорийность и объем пищи, он одинаковый, то иногда можно это заменить. Это и делалось иногда. То есть, да, вот 5 дней в неделю суп, а один, допустим, из этих дней это, ну вот... Просто второе, равноценное по калорийности, да. Поэтому мы этот вопрос обсудили на городской думе с депутатами. У нас на сегодняшний день внесены изменения, да, вот эти добровольные наши вещи. Мы понимаем, всякой бюджет, но мы своих обязательств социальных не снимаем. И на сегодняшний день имеем возможность любое из блюд... любое из либо завтрак, либо обед детей кормить, да, то есть взяли на себя такие обязанности. То есть если удобнее, например, если дети приходят во вторую смену, да, то это обед. Будет обед? Да, если это первая смена, то это завтрак.
Но это не относится к массовому количеству детей, поскольку остальные дети покупают питание... Не льготники, за родительскую плату. Да. Да? То есть вот то, о чем мы говорим, это там, ну, 9-10% детей. То есть массово дети покупают за родительскую плату это питание и имеют право выбирать. Либо у них будет первое, второе, третье комплексное. И это решается на собраниях, наверное, родительских? Это решается каждый родитель индивидуально. А кто вот эти нормативы определяет? Эти нормативы определены Роспотребнадзором в федеральном законодательстве, по которому Роспотребнадзор и проверяет в дальнейшем работу всех учреждений. Так, резюмирую. Итак, во-первых, прокуратура отозвала свои все, насколько я понимаю, претензии, поскольку у вас нет обязательства предоставлять первое, второе, третье, а есть право выбора. Второе. Все льготные категории сохраняют сейчас меню в полном объеме. Первое, абсолютно второе, верно. Третье. Все льготные категории будут питаться, как и раньше, за счет государства. Угу. Третье. Значит, те, кто не льготные категории, как вот я, например, да, на родительство, в родительских собраниях имеют право, ну, насколько я помню, так и было. Мы говорим, как мы кормим наших детей, конечно, нужен ли нам суп или только второе, или все там в комплексе, определяются, и школьная столовая предоставляет эту возможность. Там ведь еще зависит от цены. Соответственно, там люди ориентируются. Это родитель сам ориентируется. Родители может сами ориентируются. Он в результате заплатить, да, вот, да, первое, мы должны, второе, но мы должны, как родители, второе, мы должны дать прогноз столовой, потому что это тоже закупки. Да? По запросу родителей они закупают продукты. Так ведь? Ну, на самом деле это было бы там идеально хорошо, вот, да, этот запрос, но на практике это, конечно, невозможно. А потому это? Что один родитель не сказал, другой забыл. Поэтому отработанная система, когда уже там овощи закупаешь, либо мясо, это же закупается не на один день, да? Угу. То есть уже отработан механизм, при котором мы понимаем, какой объем продукции, например, там на 2 недели необходим для того, чтобы делать по тому меню, а у нас разработано утвержденное с Роспотребнадзором 10-дневное меню. То есть дети, вот, ну, мы его в результате меняем, там, понедельник, вторник, среда, да, и так далее, 10 дней. И вот на это меню и закупается в основном продукты. Мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу. Через 2 минуты вернемся. 708-502 номер телефона прямого эфира. Вы можете задать свой вопрос Светлане Шумайловой, заместителю главы администрации города Кирова, если вам что-то еще непонятно в том, как будет кормить детей в новом учебном году в наших школах и в наших детских садах. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Чем кормить детей в школе во время занятий? Полноценным обедом, плотным завтраком или достаточно снеков, булочек, соков, остальное дома? Это опрос на нашем сайте hakerova.ru, в нашей группе ВКонтакте. На сайте до сих пор по-прежнему лидирует ответ «полноценный обед». Просто лидирует. Это 100% ответивших выбирает этот вариант. А что у нас в ВКонтакте? ВКонтакте также первый вариант. Полноценный обед в топе. Даже немного набрал чуть больше голосов, чем в начале эфира. 78%. Достаточно плотного завтрака — 22%. Мы расспрашиваем Светлану Шумайлову, заместителя главы администрации Кирова, о том, как будет кормить наших детей в школах и в детских садах в новом учебном году. Вот все-таки вот эта история, что касается МАУ и МКУ. Такая ситуация сложная на самом деле, потому что мы видим, какая череда различных уголовных дел преследовала это самое МАУ, комбинат школьного питания, в различных вариациях на протяжении многих лет. Вот мы еще смотрим, что буквально там в 2013 году генерал Солодовников заявлял о том, что тогдашние администрации этого МАУ, там, руководители, они, в общем, практически грабили наши школы. Чуть ли не 6 миллионов было заявлено в 2013 году денег, которые были уведены в карманы, можно сказать, различными способами. Тогда были заведены уголовные дела. Потом человек, который возглавлял в 2013 году МАУ, сменил другой, Михаил Бахтин, на которого тоже уже в 2014 году было заведено уголовное дело за откаты, насколько я понимаю, за откаты. А вот сейчас те люди, которые работают в МАУ, и, насколько я поняла, они же с 1 сентября перейдут в МКУ, казенное учреждение, их как-то проверили на чистоплотность? Как за ними будут следить? Потому что такое ощущение, что те, кто туда приходит, они считают, что это какое-то бездонное золотое дно, и, насколько я понимаю, эти люди просто без совести, потому что, ну, детей они практически грабят.
На сегодняшний день работает директор, который имеет опыт работы в предприятиях общественного питания. Это Шуплицов Владимир Васильевич. Да. Значит, на сегодняшний день там понимание того, что, ну, как бы, как процесс, вот я уже говорила, будет осуществляться, администрация города выдает задание, на это есть конкретные деньги, они закупают на, вернее, администрация же закупает на 44-м законе, в результате они готовят из этих продуктов, то есть комбинат питания на кухне. У нас у комбинатов питания в штате повара, они в школах готовят питание и доводят его до детей. Очень сложно говорить. Но вы в курсе, кто эти люди, которые сейчас в МКУ будут работать? Это те же, которые были в МАУ, или это полностью новый состав? Состав обновился, без сомнения, состав обновился. Тот состав, который сегодня работает, мы видим их часто там, допустим, и заслушиваем их, и берем отчеты на наблюдательном совете, куда входят и депутаты нашей Кировской думы, и там, представители департамента образования, для того, чтобы понимать, утверждаем их отчеты, если это необходимо. Поэтому говорить о том, как еще там можно проверить этих людей, ну, наверное, ну, не знаю, как еще. То есть, по большому счету, все механизмы, они достаточно прозрачные, идут через торговые площадки, электронные. Да. Ну, вот еще один, чтобы добить просто эту тему, мне кажется, мы достаточно, Саша, развернуто с тобой ее сегодня дали, да, чтобы добить эту тему, в свое время было предложение для того, чтобы избежать, может быть, каких-то нестандартных решений в столовых, там, да, а стандартизировать питание, завести в школы готовое питание, например, с нашего фудзавода, да, который принадлежит компании «Доронич», в систему входит, у них там все сертифицировано, все там разложено и так далее. Естественно, как любое нововведение, вызывало много споров, насколько это хороша еда или нет. Но там, по крайней мере, все стандартизировано. Вот сейчас к этой идее не хотят вернуться? И вот я хочу еще напомнить, кстати, в 2012 году Дворковичу презентовали, я помню, борщ в пакетах, и тогда указывалась стоимость полноценного обеда, это первый и второй, 27 рублей в школе. Да ладно? Да. Не в больнице 37. У меня даже сейчас открыта моя же новость. В каком году? Это был 2012 год. 2012 год. Три года назад ровно. Unreal. Какая-то нереальная цена. Правда? Прямо комплексный обед в школе составляет 27 рублей, в больнице 37. И сейчас, в то время уже указывалось, что комбинат предоставлял на предприятие, в больнице и школы 10 тысяч блюд в день. А вот, кстати говоря, комбинат, вот фудзавод, они могут участвовать сейчас в аукционах или нет, потому что у них уже готовое питание, а на аукционах будут только продукты закупаться? Да, у нас на аукционах идет закуп продуктов, но несколько школ, вот недавно департамент образования Кировской области направил нам запрос, насколько в качестве эксперимента попробовать в некоторых школах, например, да, воспользоваться услугами готовых блюд. Сейчас эта тема обсуждается, ну, в качестве эксперимента. Наверное, это возможно. В первую очередь должны, конечно, оценить родители и дети. И если эксперимент получится, и это будет цена, о которой вы говорите, либо цена приближена. Это цена, про которую говорил Гозман, а не я. Да, Константин Гозман, да, руководитель. Да. То, возможно, для родителей это будет тот выбор, который это... Но еще раз напоминаю о том, что это механизм, при котором... принять решение «да» или «нет» должна не администрация, а родители, потому что это деньги родительские. И если такое решение они принимают, я думаю, что это возможно. А то есть раньше такая практика не использовалась у нас? Школы не закупали с фудзавода, да? Нет, предложений таких не было. То есть, еще раз, они сейчас не могут пройти по аукционам со своим питанием, они могут только в качестве эксперимента, вот сейчас как по школам, да, представить свою продукцию, обкатать и какие-то там механизмы найти. То есть школа, да, может, я думаю, запросить. Что это возможно. И предложения, которые там будут сформулированы, без сомнения, мы будем их рассматривать вместе с родителями, которые за это платят. В общем, сложный год нам предстоит выбора практически, контроля и выбора. Мне вот интересно, в таком случае не возникнут ли вновь вопросы со стороны УФАС?
если будут закупаться продукты с фудзавода? Вот что интересно. Напрямую, конечно. Минуя конкурс. Да, эти вопросы могут возникнуть, поэтому не о массовости, а какой-то речи быть не может. Это пока вопрос выбора и тестирования некого такого, который возможен. У нас дело все в том, почему мы говорим о приготовлении пищи, да, на сегодняшний день. Мы уже последние два года, три даже года, очень много работаем по ремонту столов, пищеблоков. Да, и там же ставится новое оборудование. Абсолютно верно, поэтому вот и в этом году 6 пищеблоков мы доделали с хорошим оборудованием, с качественными материалами и так далее. Поэтому на сегодняшний день приготовление пищи в самой школе, да, условно, и в самом детском саду, это тоже такая хорошая возможность на хорошем оборудовании сделать качественное блюдо. Вот почему я еще задаю вопрос по поводу фудзавода, никакая реклама тут, упаси. Но вот что интересно, потому что то 3 года назад еще заявлялось, что вроде как в школах появится подобное блюдо. И самое интересное, возвращаясь к теме пищеблоков, то, что готовить-то такие блюда не надо. Их нужно необходимо только там разогреть. Там практически 1-2 человека и разогревающая там паровая машина. Мы с тобой ее видели. Мы же были там на фудзаводе, со всем своим скепсисом мы туда заявились и инспектировали, что там происходит. Вот у меня вопрос еще. Вы сказали, что прогнозировать сейчас нельзя. Как ситуация, по какому пути пойдет, станет лучше либо хуже. Но предположим, что качество продуктов снизится, будут недовольны родители, не дай бог какие-нибудь отравления, еще что-то. Действия городских властей какие в таком случае? Как быстро вы сможете отреагировать и на каком основании, да, что вы сможете сделать с этим? Действия городских властей укладываются на сегодняшний день в законодательство и в решение, которое вынесло УФАС, да, то есть быть казенному учреждению, закупать все на торгах. То есть качество будет оставаться таким качество, же плохим? Подожди, смысле, нет, каким-то таким плохим. Нет, я проговорила уже в нашей беседе о том, что мы можем на себя взять сейчас единственный момент, который, на мой взгляд, очень важен и может быть таким индикатором. Это ежедневный контроль тех продуктов, которые поступают. Мы из сентябрь, октябрь, ноябрь месяц, я надеюсь, Роспотребнадзором будем заниматься это вплотную. Вот этим питанием школьным вместе будем заниматься вплотную, мы будем привлекать родителей к этому, и в результате будем понимать, насколько эта система на сегодняшний день, будем это все выносить в паблик и будем обсуждать за круглым столом с УФАСом, Роспотребнадзором и со всеми остальными контролирующими органами. Вот у Саши как раз вопрос. Если в течение этой проверки выяснится, что эта система казенного учреждения и закупки через аукционы по самым дешевым ценам дает сбои, то есть вы вынуждены покупать по предоставленным низким ценам, и в итоге качество продукции все-таки падает, как бы ни контролировали и так далее, потому что вынуждены покупать по низким ценам. А что может произойти? Как ситуацию можно будет изменить? Я думаю, что мы будем садиться вместе за круглый стол со всеми контролирующими органами, смотреть динамику, смотреть контрольные мероприятия и понимать, что можно делать дальше. Вместе будем договариваться о том, каким образом ситуацию исправить. Но хотелось бы, конечно, все-таки верить, что ситуация будет хорошей, нормальной. И мы, и наши местные производители на сегодняшний день будут там снижать цены на торгах. Сами пойдут на это. Да, сами на это пойдут и будут выигрывать наши местные товаропроизводители. Надо будет спросить у наших товаропроизводителей, насколько они будут конкурентоспособны с федералами, например. Спасибо. Еще много о чем можно было бы поговорить по поводу детского питания в школах, детских садах. Я думаю, что мы тоже будем включаться в контроль, освещать отчеты городской администрации. Благодарим Светлану Шумайлову, заместитель главы администрации города Кирова. Сейчас мы уходим на новости и тематические программы. Мы вернемся в следующем часе уже с темой ситуации застройки исторического центра Кирова обсудили в общественной палате.